артистка областной филармонии Ирина Брыкина. Змея. Пластический этюд. Человек. Оскорблен весь даже коллектив. Да. Случай оскорбления имел место, согласен. Но как руководитель я должен сообщить одну немаловажную, даже, я бы сказал, деликатную вещь. Простите, не знаю ваше имя и отчество. В прошлом году в уборочную вы у нас выступали, правильно? Может быть, не помню. Она, видите ли, не помнит. Александра, успокойся, сядь! Случай с выступлением мы помним очень хорошо. И вот по какому поводу. Через 2 дня из колхоза ушел ее муж. А наш лучший плотник Митька, то есть Демид. А она, видите ли, не Александра! Помню. Ушел, по предположению нашего населения, за вами. Так как часто вслух повторял вот это... Баба, вот это жизнь. Какой Митька? Никакого Митьки я не знаю, не знала и знать не хочу. Дети должны оставаться в стороне, когда дело касается их матери. К тому же, вот, средний, круглый отличник. Это наш учетчик Рак. Очень приятно. Прошу, иди, иди, Рак. А нет, подождите, я еще не мальчик. Давай. Моих будешь выкалывать. Анночка, кто такой Митька? Я не знаю никакого Митьки. Это недоразумение. Не знаешь, да? Не знаю. Чу-чу. Чу-чу. Черти. Сейчас, матрос, сейчас покормлю. Да пошел ты, дармоед. Отвяжись. Мам, ну сделай. Отстань, я старая уже. Ты не старая, мама. Мама, попробуй, это не трудно. Ну, мам. Мама, мама, сделай, как белый, как Зинка. Мам. Ладно. Только держите, чтобы не упала. Ой, держите. Гнись, 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 гнись. Ой, сгорела баба.
Продолжаем нашу воскресную радиопередачу добрым утром. Вместе со мной вас приветствуют сегодня солисты ансамбля «Гармония» Лариса Лебедева и Ленар Хасан. Девчонка гадает, тихой реки, домашние мечты и груди, и словно снежинки летят лепестки. Здорово, бабоньки! Привет! Ты случайно не заблудился, а? Я по ошибке зашел. У меня маршрут точный. Здрасте! Здравствуйте. Кричит? Плачет. Сколько? 10.50. Беру. 10, 11, 12. Здорово, Дмитрий. Мам, бабка идет, ты что, не слышишь? Александра, имей право, идет. Здорово, здорово, бабулюсь. Здоровенько. Слепая, все видишь. Александра, ты че, оглохла? Ты что? Ты что, матрос, хозяина не узнаешь? Здорово живете? Привет. Сушилку сделали. Это ж я вам бельвельдер поставил. Архитектура? Женька! Ну-ка, иди сюда. Иди скорей. Иди. Ну. Женька, да ты у меня мужик. Что? Ну? Силен. Сила. Женька! За стол! Найди. Иди. Ешь! Как растет-то все. Видать, дождей было. Шур, дождей-то много было? Сколько было, все наши. А у нас в городе что-то сухо было. Всего 2-3 дождя. От меня. Вот тебе револьвер из оба универмага. При помощи воды стреляет. Вот это нашей маленькой. А? Ну, смотри-ка. А, какая? Ты знаешь, кто приехал-то? А? А? Ну, ты что? Папань твой приехал. Да. Вот старшенький капрон. А маме?
Дидерон. А я ведь тоже не позавтракавши. 6:15. Автобусом. Вот у нас при заводе столовая. На первые 4-5 блюд. На второй тоже. Мясо, сынок, нужно ножом резать. Смотри. Вилка в левой руке, нож в правой. И ешь маленькими кусочками, не спеши. Шура! Шура! Дай детям ножи. Ешь. Ешь. Ну что ж, мне тоже пойти перекусить, что ли? Александра, чайный работает? Работает. Ну, пойду. Чемодан здесь оставлю. Дома. Митька! Мама Мия! Друг! Оп! Ух! Ну, ну чего стоим? Давай! Господи, надо же! Вот так! Товарищи! К нам приехал друг! А, погоди! Проходи, проходи! А! В шляпе! Городской! Приветствую! Надя, ну что ты там капошкаешься? Смотри, смотри, кто к нам явился! Ой, Митя! Неожиданность-то какая! Здравствуй, Митя! Вот это друг! Мить, ты уж дома-то был, Митя? Был. Давай. Значит так, сама знаешь, что давай. Василий Тихонович, может, еще чего нужно, а? Высота, высота, самая заветная мечта. Эх, высота. Вот у вас в селе ходят глупые мысли, будто бы я, Вася, в город подался за юбкой. Смешно, да? Могу тебе как другу сообщить, что не за юбкой, а за смыслом жизни. Имею право. Вполне. Жмет меня здесь. И меня. Жмет. Жмет. Давай. За то, что мы с тобой, как близнецы, как двойняшки. Одному руку оторвало. А другому больно. Кому оторвало? Тебе или мне? Вася! Надю. Ну, Надю. Понятно. Будем. А ты с ней еще не в узах? Чистый. Оформил? Паспорт. Паспорт. Оформил, спрашиваю? Обязательно. Благодаря усилий. Теперь у меня вся жизнь впереди, Митя. А? Имеешь право. Есть одна у летчика мечта.
Ну, а если по-честному, как там у тебя? Я же сказал, что поехал не за юбкой, а за смыслом. А могла бы быть и артистка. Могла бы. Бы. Потому что я рабочий человек. А в рабочего человека имеет право влюбиться любая женщина. Быть артистка. Даже балерина. Моя высокая мечта. Раз, два, три. Раз, два, три. Право плечо вперед. Раз. Самая высокая мечта. Высота. Почему я сейчас все-таки иду ночевать к Надежке? Прошу. Отвечу. Потому что напротив живешь ты, Митя. Сегодня живешь. В данный момент. И все. А паспорт, он все одно чистый. Осторожно, не качайся. Наш новый участковый идет. Добрый вечер, товарищ лейтенант. Добрый вечер. Вы по службе? Или рандеву? Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Лезь на чердак. Извини. Я отец, на чердаке мне делать нечего. Где дети? Спят. Разбуди, я желаю с ними побеседовать. Мне необходимо с ними побеседовать, имею права. Лезь на чердак. Так. Есть одна. Уречка. Мечта. Есть одна, Олечка! Решите дорогу? 12 часов он пришел. Что там случилось? Спокойно, спокойно, бабоньки, без вас разберемся, все! И к месту происшествия не подходить. Здравствуйте. Вам чего? Вот дает. Шваш новый участковый. Гуров. Ну и что? Зачем явились? Меня вызвали, сказали, что требуется. Ничего не требуется. Ведь гражданин-то. Нет, нет, у нас все в порядке. Управились собственными силами, имеем право. Все? Тогда будьте здоровы. И ты, Раков, тоже. До свидания, Александр. Подними ноги. Что ж ты не спросишь, не поинтересуешься, зачем я приехал? Может, я приехал с тобой новую жизнь начать? Может, у нас на предприятии волочильщиц требуется? Может, я прибыл для наведения мостов? Обойдусь. Развяжите меня! Пеняй на себя. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет.
серьезное дело. Александра Тимофеевна, можете на секунду? Чего? Да подожди, ну. Сейчас. Вместе со всем селом выражаю протест против твоего фиктивного мужа Митьки, которого буквально приходится... Которого... Да подождите вы! Которого буквально приходится привязывать к стулу. Ну? Предлагаю плюнуть и вместе со всеми детьми пойти в русло. Куда? В русло. Ай, понимаешь, есть у меня троюродный брат, бухгалтер. Ну? Вдовец. А-а-а! Да нет, подожди, я кроме шуток. И я. Пошли в хату, там и расскажешь. А вот это дело. А он что, блондин или брюнет? Да ну как тебе сказать, он... Он сорвен, да? Хорошо. Александра, ты чего? Александра! Пожени, пока троюродный не приехал. А то как же, я без мужика. Да мне еще работа берет. Оскорблен весь даже коллектив. Да. Случай оскорбления имел место, согласен. Но как руководитель я должен сообщить одну немаловажную, даже, я бы сказал, деликатную вещь. Простите, не знаю ваше имя, отчество. В прошлом году в уборочную вы у нас выступали, правильно? Может быть, не помню. Она, видите ли, не помнит. Александра, успокойся, сядь! Случай с выступлением мы помним очень хорошо. И вот по какому поводу. Через два дня из колхоза ушел ее муж. А наш лучший плотник Митька, то есть Демид. А она, видите ли, не Александра! Ушел, по предположению нашего населения, за вами. Так как часто вслух повторял вот это... Баба, вот это жизнь. Какой Митька? Никакого Митьки я не знаю, не знала и знать не хочу. Дети не должны оставаться в стороне, когда дело касается их матери. К тому же, вот, средний, круглый отличник. Это наш учетчик Рак. Очень приятно. Прошу, иди, иди, Рак. Да нет, подождите, я еще не мальчик, давай. Моих будешь выгалчивать. Анночка, кто такой Митька? Я не знаю никакого Митьки. Это недоразумение. Не знаешь, да? Не знаю. Oh.
Чу! Чу-чу! Чу-чу! Черт! Сейчас, матрос, сейчас покормлю. Да пошел ты, дармоед. Мам, скорее иди сюда, мам! Ура, мам! Смотри, как Зинка, Зинка-артистка, мам! Ты переломишься. Не переломишься. Мам, сделай, как Зинка. Отвяжись. Мам, ну сделай. Отстань, я старая уже. Да не старая, мам. Мама, попробуй, это не трудно. Ну, мам. Мама, мама, сделай, как Зинка. Сделай, как Зинка. Мам. Ладно. Только держите, чтобы не упала. Ой, держите. Гнись, 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 гнись. Ой, сгорела баба! Случайно не заблудился, а? По ошибке зашел. У меня маршрут точный. Здрасте. Здравствуйте. Кричит? Плачет. Сколько? 10.50. Беру. 10, 11, 12. Здорово, Дмитрий. Здорово, здорово. Мам, папка идет, ты что, не слышишь? Александра, имей право, идет. Здорово, здорово, бабусь. Здоровенько. Слепая, все видишь. Александра, ты что, оглохла? Ту-ту-ту-ту-ту. Ты что, матрос, хозяина не узнаешь?
сушилку сделали. Это ж я вам бельвельдер поставил. Архитектура. Женька! Ну-ка, иди сюда. Иди скорей. Иди. Ну. Женька, да ты у меня мужик. Что? Ну? У, силен, силен. У, силен. Женька! За стол. Пойди. Иди, иди. Ешь. Да. Видишь, как растет-то все. Видать, дождей было. Шур, дождей-то много было? Сколько было, все наши. А у нас в городе что-то сухо было. Всего 2-3 дождя. От меня. Вот тебе револьвер из оба универмага. При помощи воды стреляет. Вот это нашей маленькой. А? Ну, смотри-ка. А, какая? Приехал-то, а? А? Ну ты что? Папань твой приехал. Да. Вот старшенький капрон. А маме? Маме? Дидерон. А я ведь тоже не позавтракавши. 6:15 автобусом. Вот у нас при заводе столовая. На первые 4-5 блюд. На второй тоже. Мясо, сынок, нужно ножом резать. Смотри. Вилка в левой руке, нож в правой. И ешь маленькими кусочками, не спеши. Шура! Шура! Дай детям ножи. Ешь. Ешь. Ну что ж, мне тоже пойти перекусить, что ли? Александра, чайная работает? Работает! Ну, пойду. Чемодан здесь оставлю. Дома. Митька! Мама Мия!
мы стоим? Давай! Господи, надо же! Вот так! Товарищи! К нам приехал друг! А, погоди! Проходи, проходи! А! В шляпе! Здорово! А! Городской! Надя, ну что ты там капошкаешься? Смотри, смотри, кто к нам явился. Ой, Митя, неожиданность какая. Здравствуй, Митя. Вот это друг. Мить, ты уж дом-то был, Митя. Ага, был. Давай. Значит так, сама знаешь, что давай. Василий Тихонович, может, еще чего нужно, а? Высота, высота, самая заветная мечта. Эх, высота. А вот у вас в селе ходят глупые мысли, будто бы я, Вася, в город подался за юбкой. Смешно, да? Могу тебе как другу сообщить, что не за юбкой, а за смыслом жизни. Имей право. Вполне. Жмет меня здесь. И меня. Жмет. Давай за то, что мы с тобой как близнецы. Как двойняшки. Одному руку оторвало. А другому больно. Кому оторвало? Тебе или мне? Вася. Надю. Ну, Надю. Понятно. Будем. А ты с ней еще не в узах? Чистый. Оформил? Паспорт. Паспорт. Оформил, спрашиваю? Обязательно. Благодаря усилий. Теперь у меня вся жизнь впереди, Митя. А? Имеешь право. Есть одна у летчика мечта. Ну, а если по-честному, как там у тебя? Я же сказал, что поехал не за юбкой, а за смыслом. А могла бы быть. И артистка. Могла бы. Вы. Потому что я рабочий человек. А рабочего человека имеет право любиться любая женщина. Быть артистка. Даже балерина. Моя высокая мечта. Почему я сейчас все-таки иду ночевать к Надежке? Прошу. Отвечу. Потому что напротив живешь ты, Митя. Сегодня живешь. В данный момент. И все. А паспорт, он все одно чистый. Осторожно, не качайся. Наш новый участковый идет. Добрый вечер, товарищ лейтенант. Добрый вечер. Вы по службе? Или рандеву? Если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Лезь на чердак. Извини. Я отец, на чердаке мне делать нечего. Где дети? Спят. Разбуди, я желаю с ним побеседовать. Мне необходимо с ними побеседовать, имею право. Лезь на чердак. Так.
Есть одна! Уречка! Мечта! Есть одна! Уречка! Решите дорогу? 12 часов он пришел. Что там случилось? Спокойно, спокойно, бабоньки, без вас разберемся. Все. И к месту происшествия не подходить. Здравствуйте. Вам чего? Вот дает. Швашной участковый. Буров. Ну и что? Зачем явились? Меня вызвали, сказали, что требуется. Ничего не требуется. Гражданин-то. Нет, нет, у нас все в порядке. Управились собственными силами, имеем право. Все? Тогда будьте здоровы. И ты, Раков, тоже. До свидания, Александр. Подними ноги. Что ж ты не спросишь, не поинтересуешься, зачем я приехал? Может, я приехал с тобой новую жизнь начать? Может, у нас на предприятии волочильщиц требуется? Может, я прибыл для наведения мостов? Обойдусь. Развяжите меня! Пеняй на себя. Умываю руки. Сейчас чай допьет и идет. У меня серьезное дело. Александра Тимофеевна, можете на секунду? Чего? Да подожди, ну. Сейчас. Вместе со всем селом выражаю протест против твоего фиктивного мужа Митьки, которого буквально приходится... Которого... Да подождите вы! Которого буквально приходится привязывать к стулу. Ну? Предлагаю плюнуть и вместе со всеми детьми пойти в русло. Куда? В русло. Ай, понимаешь, есть у меня троюродный брат, бухгалтер. Ну? Вдовец. А-а-а! Да нет, подожди, я кроме шуток. И я. Пошли в хату, там и расскажешь. А вот это дело. А он что, блондин или брюнет? Да ну как тебе сказать, он... Он сюрприз, да? Хорошо. Александра, ты чего? Александра! Поживи, пока троюродный не приехал. А то как же, я без мужика. Да мне же работа, говорю. Давай вылезай, начальство ждет. А ну-ка, девушка, а ну, красавица, руку. Есть тут новый интерес. О, тут встречаться уже надо. А на тебе женюсь. Ну, давай. Вот ты сколько счастья в двух. Здравствуйте, товарищи женщины. Прошу минуточку внимания. Вот товарищ Буров, Григорий Степанович, наш новый участковый, приехал с вами познакомиться. Здравствуйте. У кого есть вопросы или даже жалобы, задавайте. Ну, говори как на духу. У кого рыло в пуху? Ты вот что, к тебе тоже делаешь. Ребята, не рыло в пуху.
Да. А вы холостой? Или одинокий? Холостой. А я одинокая. Глупые твои, и вопросы твои глупые. Товарищи, давайте по делу. Есть желающие? Я хочу. Ну, давай, Александра. А у вас там в кобуре пистолет или, может, огурец, как в том кинофильме? Это тоже не твое дело. Преступника огурцом не напугаешь. Значит, пистолет? Ну, тогда пошли. Ну, повела, повела. Это еще куда, Александра? Так или все сами знаете. Пошли, пошли, пошли. Ну, смелее. А вы сами до этого в селе жили? В деревне. И родился тоже в деревне. На севере только. А теперь вам там что, холодно стало? Противопоказано врачами. После проникающей травмы в области предплечья. Раненые, что ли? Точно. Из огурца. А как у вас тут дело обстоит с вопросом хулиганства? Бывает. Ах, это от недостатка культуры. Да культура у нас навалом. В каждой хате телевизор. Ну, значит, не извлекает пользу. Сами-то часто в клуб ходите? Когда время есть. А, у вас же дети. Ага. Может, неделикатный вопрос, но как у вас с тем инцидентом-то? С кем? Ну, с супругом-то уладилось. А вам-то что? Я ведь присутствовал. Уехал он. Для себя. Вам же трудно. Давайте руку. Тю! Что? На дуру напали, что ли? В каком смысле? В том самом. Понятно. Но я ведь... Тихо! Ложись! Есть. Нора. А? Сколько сейчас? 7:46. Ровно в 8 она выходит завтракать. Тут ее и кончайте. Ха. А что ж, расписание? Похоже. Режим соблюдает, гадюка. Вы бы на всякий случай держали за пистолет. Подержу. Хорошо. Вот так. А я зайду с той стороны. Давайте. Ой, ой, не могу. Ой. Мам, Женька курит. Ну, сейчас я тебе. Там делаешь, а? Ах ты, хулиган! Зинаид, ну клави его! Держи его, держи! Женька, стой! Хуже будешь! Я тебе покажу, как курить! Ух ты, бандиты, в кого? Они пошли в отца, наверное! Ну, я тебя покурю! Я тебе губы пообрываю! Женька, слезай, я кому сказала! А ну, слезай сейчас же! Анна, слезу, я не слезу! Я сейчас сама туда залезу. Не залезешь, не залезешь. А вот сейчас посмотрим. Девочка, а где мама? Вон она прячется. Добрый день, товарищ участковый. Вы ко мне? Ришенька, пойди погуляй. Выследили такие. Да, только не в 8, а в 3. И нора в другом месте. Надо же, значит, изменила образ жизни. Примите в подарок. Товарищ участковый, товарищ участковый, сюда. Да вы что? Это у вас на севере-то зверя полно, а у нас же каждая лиса на учете. Так куда же я? Вам теперь в сельсовет надо к секретарше Майке зарегистрировать смерть. Только вы торопитесь, пожалуйста, там же в 6 часов закрывают. Благодарю. Ой,
тебе, парень, кого? Дурак какой-то, все ходит и ходит. Жесть. К твоей уж свистуны ходят. Да не говори. А у меня с Василием Тихоновичем все хорошо. Только у него, конечно, характер очень вспыльчивый. Он чуть что сразу мне говорит, я тебе в глаз дам, я тебе в глаз дам. Это сколько уж вы? 66-го года. Правда, в 68-м он тогда... С Наташкой, что ли? Да, увлекся. В 70-м. Да, помню. А сколько всего получается, вчистую? 2 года, Шур. Шур, ты знаешь, мне кажется, что он меня любит. То, что он все время ко мне возвращается. Ци-ти-ти-рень, ци-ти-рясно. Дай цветок падает, кто в любови не знается, той горя не знает. Надь, по-моему, газон. Мороженка вкусное? Вкусное мороженка. Смотри, горлышко не простуди. Смотри, маленькая. Женька, не отставай! А теперь мамочке дай. Ну. Мама, а папка здесь живет? Да нет, это ж только район, а папка в самой области. Женька, иди сюда, остановись. Остановись. Зинаида, остановись. Пусти, я один. Стой спокойно. Давай книжки. На. Ой, давай общий вес. Дай мороженого. Общий вес. Нельзя. Мальчик, не прыгай. Так. Зин, ну дай. Общий вес. Общий вес. 86 килограммов. Ага. Мама довольная? Довольная. В прошлом году было 73. Дети,
А теперь давайте взвесим маму. Да не надо. Как не надо? Да что вы? Давайте. Да школьник, держи. Становитесь, мама, на весы. Такая молодая мама и такие у нее хорошие дети. Так, у мамы, значит, 65 килограммов. Прекрасный вес, между прочим. Мама! Мам! Ты что? Ой, да нам же надо еще одно место. Давай мне орешку. Оп. Вы чего? А ресницы, что приклеивать, есть? Это дефицит. Нет, что ли? Ну, я вам говорю, что дефицит. Тогда мне вот это. Ну? Вот это. Ну? И помаду. Какую? Как какую? Чтоб губы красить? Номер, я спрашиваю. На твой вкус. Телеграмма. Завтра приезжает. Кто? Как кто? Троюродный брат Иван. Ну, бухгалтер. Ну? Так я посоветоваться. Нам с автобусом прямо к тебе? Или можно нейтрально? Нейтральной. Давай у речки. Давай. Часиков 9. Давай. Пока. Раков. Раков. Что? Иди сюда. Чтоб я вас там сразу нашла, ты покукуй. Хорошо. Не понял. Чик-чик. Ну, потихоньку. Ку-ку. Ку-ку? Ну да. Ну, ты понимаешь. Ясно. Да. Глупых вопросов не задаю. Типа, 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 типа. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тась, 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 тась. Павлюс! А? Ваську не видала? Не видела, не знаю. Надежда! Надежка! Сколько раз вам говорить, нет его здесь. Здесь вам не гараж. Это кто тебе? Васька, что ли? Упал.
Скат спустил. Где? Там. Обалдел, что ли? Куда сошла? С ума сошла? Ой! Ой! Глаз. Где она? Где она? Не держите меня! Я тебя! Не держите меня! Я тебя! Ты! Не держите меня! Отойди! Я тебе отдам с глаз! Срочнику! Поехали! Куда? На работу! Медяные да над речками мосты, потолок ледяной, весь липучая за шершавой стеной, покорючая, как пойдешь за порог всюду и... Если по правилам, я должен разрисовать тебя с ног до головы, до неузнаваемости. А я этого не сделал. А почему? Потому что я тебе сочувствую и понимаю в твое положение больше, чем все наше население вместе взятое. Понимальщик нашелся. А и понимальщик. Ты сначала душу узнай, а потом в морду бей. А ты Надежкина узнал? Узнал! У нее аппетит на мой паспорт. А зачем надо государство... Надо рубить, смотри. А зачем государство дает возможность жениху подумать? Ведь еще неизвестно, посуди сама. С кем меня в дальнейшем жизнь соединить может. А я себя захомутаю. Может, у меня впереди такая, как ты. Красивая и темпераментная. Ой. Мешает воспринимать дорогу. Жизнь, Шура, как спичка. Сгорел и остался кривой уголек. Вот какая наша жизнь. Так что тут не дай бог, побеседовать бы нам с тобой об этом. О чем? О жизни. Я ведь при всей своей относительной молодости кое в чем разбираюсь. Это я снаружи такой. А ты попробуй меня узнать, да поинтересоваться. Ну и что в тебе такого интересного? О, расскажи тебе. В служебной обстановке, да в железной кабинке. А ты вот что... Ты приходи сегодня к речке в 9 часов. Да? Там и расскажешь. Нашла дурака. А если серьезно? Как проверишь? Значит, в 9. Угу. У реки. Угу. Только чтобы чужие не видали, тогда сигнал какой-нибудь. Угу. Свистну, что ли? Сколько их ходит свистунов-то? Ты кукукни. Как? Тихоньку. Ку-ку. Ку-ку? Угу. Да ку-ку. Не надо, Вась. Значит, ку-ку. Чтобы вы представили себе, господа, мощность нашего производства, приведу хотя бы такую цифру. Ежесекундно мы получаем продукцию в количестве 2 куриных яйца. Если все это помножить на количество часов, вы можете получить... Хиба мы не разумеем? Вот мы, господа, идем, и сразу нам навстречу наша лучшая птичница... Александра Тимофеевна Ермолюк. Здравствуйте. Вот, Александра Тимофеевна, товарищи из Канады, интересуются. Расскажите, как вы живете, как идут ваши успехи, прошу. Так и идут. Мы с иншей земли, с канадской. Але мы сами украинцы. И нам дуже цікаво. Вы розповідайте, розповідайте. Чи маєте власний будинок? У вас дом, спрашивают. Та замок. Есть? И будинок є, и все є. А сад є? И сад є. И вишня росте. А як же? Будь ласка, свиньи у вас є? Є 2. Ты больше о себе, Александра, о себе. Закончила 7-летку, в техникум не пошла. Вот работаю, работа нравится, все очень хорошо. А деток скільки? 3. А чоловік?
Муж, муж. Есть, есть. Все у нее есть. Прошу, господа, пройдемте дальше. Прошу. Я ж ты знаешь нашу мову, Донечка. А у нас тут дружба народов. Кто украинцы, кто русские. Все вместе. Можно сказать, и сами не знаем, кто такие есть. Все мы не знаем, кто мы такие. Живемо на чужой земле. Дядечка, а вы не расстраивайтесь. А вы вертайтесь обратно до дому. Хоть помрете на своей земле. Так не можу. Нияк не можу. У меня ж у Канады бензоколонка. Здрасте! Здрасте! С работы? С работы. А я из соседней деревни. Ага. Какая у вас работа? Да, у меня ведь несколько деревень. Понимаю. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Я хотел посоветоваться относительно вашей соседки. А что советоваться? Припаяйте сеньору, да и дело с концом. Надежда Москаленко просит, чтобы я его не трогал. Говорит, что он тогда совсем ее бросит. Тогда не паяйте. Я ж серьезно. Кто ж посреди дороги серьезно разговаривает? Ну, а если встретиться? Да вроде есть такая возможность. Сегодня устроит? У речки. Знаете, где камыши? Знаю. Ну вот, сбор в 9. А почему сбор? А мы с вами что делаем? Собираемся, значит, сбор. Только у меня к вам просьба. Я женщина не свободная, а языки у нас, сами знаете. Понимаете, к чему я? Если там будут посторонние, вы дайте сигнал какой-нибудь. Ку-ку. Ку-ку? Ну да, понимаете, зачем? Ну, да. Меры предосторожности. Да, правильно. А кого мы боимся? Тихо. Так надо, значит. Пока все идет по плану. За мной. Рядом, рядом. Давай быстрей. А крадемся чего? Да еще ночью. Ай, да разве тебе можно днем показывать? Тебе нужно постепенно привыкать. Пошли. Не пойду. Какой что? Есть, такой есть. Так, 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 я пошутил, там же женщина ждет. Сколько у нее? Трое. Ну, знаешь. Так у тебя же тоже трое. Потом оформим, как мать героинь у тебя. Ну, смысл ее. Тьфу, карман порвал. Да ничего, жена зашьет. Стоп. Пришли. А она что, курящая? Кто? Стой! Кто идет? А это мы. Мы с братом Бухгалтером. Стреляй без предупреждения, место занято. Так а мы дышать. Ну вот, 200 метров правее, там и дыши. Идем, брательник, занят. Да ничего не занят, как это занято? Ну, я сказал, занято. Не занято, а может мне здесь нравится. Идем, брательник. Тоже мне хозяин нашелся. Садись, брательник. А вам что, братья? 100 раз повторять? Вот тут у нас брательник, традиционное место отдыха трудящихся. Так сказать, всеобщее место, вот. А тебе, Раков, жить надоело, да? И на каждое посягательство здесь можно получить отпор, вплоть до милиции. Вот так.
Дыши спокойно, брат. Ну ладно, ваши йоги. Что? Я делаю сейчас 876-е предупреждение и все. Ку-ку-ку! Здравствуйте, товарищи. Мне показалось, кто-то сказал ку-ку. То есть... Ну и Журка! Ну и Журка! Ну мы-то ладно, а этот... Милый, дорогой! Тоже ку-ку! И без приформы! Ну и Журка, молодец! Храме, когда обвенчались. Потом скажешь. Потом, когда выздоровеешь. Не спорь со мной, Ванна. Зови. Скорее. Я иду. Зови своего отца. Иду. Скорее. Скорее. Папа! Что, Ванна, что? Папа! Так уже началось. Ничего. Проходите так. Я ведь не на службе. Тебе все равно ничего не поможет. Отпустите меня. Отпустите. Я опоздал к началу фильма. Пришел, когда мальчик убил этого... Кадиара. Он заступился за свою няню, хотя не знал, что это его мать. А, понятно. Темно. Ночью у вас темный. Еще 12 нет, а уже темно. А у нас на севере белая ночь. Газету можно читать, так светло. И земля у вас другая. После дождя так развезет, что не выбраться. Особенно на мотоцикле. Как по маслу едешь. Колеса крутятся, крутятся, а все одно не выбраться. Я вам нравлюсь? Нравитесь. Я в шутку, не обращайте внимания. В точности могу повторить. Нравитесь. А вы мне тоже нравитесь. Нравитесь. Эй!
А вон мама. Господи, маленькая моя, замерзла. Иди ко мне. Иди сюда, моя маленькая. Зина, а что же это вы? И не ложились еще. Рано ведь. Ее ждешь, ждешь, она ходит куда-то. Уже и думать не знаем, что. Зина, я... Всю ночь тут просидели, а тебя нету. Зина. Аришенька. Женька, да что же это такое, Женя? Все. Ну все. Слышь, Зинаида, хватит все. Здравствуй. Давно пора. Между прочим, волочиться нам теперь уже не требуется. Сядем, Митя. Может, тебя к нам в вторный цех устроить? Ну, сядем, Митя. Что все сядем, сядем? А че приехал-то? На тебя посмотреть. Ты не крути. Ну, сказала. Как дети? Бегают. Не шалят? Шалят. На то они и дети. А придержать надо? Вот и возвращайся. Придержи. Ты что, в завком приехал права качать? Так учти, я могу жить где хочу. На любой территории Советского Союза имею право. И потом мне здесь авторитет. Планы я выполняю, в общественных организациях участвую. Даже художественной самодеятельности пою вторым голосом. Вторым. Вторым. Ну, будь здоров, не кашляй. Шура! А ты зачем приезжал-то? Стали моей женой. И все дети при этом тоже. Дочь, ты же промокнешь ведь, ну. Thank you.
Ушки мы завяжем розовенькие. Вот так. Трусики наденем новенькие. Стой, хорошо, стой. Платьечко наденем, да? А где же платьечко? Вот оно, наше платьечко. Вот наше платьечко. Сейчас мы будем нарядные. Может, пойдете? Здорово, Павлюс! Здорово! Ты куда, Александр? Ты в милицию! В милицию. Шурка, ты куда? Ты в милицию! Куда? В милицию! А в руках чего у тебя? Картошка, котлеты да помидоры. Григорий же Степанович не позавтракал. На, дай хлеба! Дай хлеба, а то несу Григорию Степановичу поесть, а про хлеб забыла. Здравствуй. Здравствуй. Какому Григорию Степановичу? Да участковому нашему. А-а-а. Понятно. Сейчас пойдем. Сейчас маленькая. Ой, спасибочки. Наришь. Спасибо. Скажи тете спасибо. Спасибо. Ну, мы пошли. Шур! Может, вы поговорить с моим, а? Может, как-нибудь повлиять на него? Здрасте. Здрасте. А Григорий Степанович у себя? У себя. Товарищ, ну, хорошо, наш... товарищ Москаленко, сам по себе случай-то имел место, что ну, ваша там... корова вытоптала у Ильенки сотку огорода? Какой сотку? 3 метра. Да вот же заявление. Ну, я товарищ, тебе. Можно? Можно. Обязательно можно. Доброе утро. Доброе утро. Помидорчики, огурчики. Картошка горячая еще. А про хлеб забыла. Пришлось в чайную зайти. Да ты садись, Гриша. Садись. Садись, ешь. Ешь, пока не остыло. Здравствуй, Шура. Здорово, Степан. Хочешь за компанию? Да. Я иду, а все смотрят, спрашивают. Прям чистая комедия. Зинаида, ты чего запыхалась? А? Папка приехал. Какой папка? Папка, Митька. Зачем? Не знаю, приехал и сидит. Мечта, высота, высота, самая заветная мечта. Приехал. Посиди. Зинаид, поставь воду. Денег нет, милиционер обстирываешь. Маленький, иди ко мне, маленький. Ну-ка, вставай, вставай, вставай. А где сегодня были? А мы у дяди милиционера пол мыли. У дяди милиционера пол мыли. Вот. Ты что, у него и полы моешь? Я говорю, ты у него полы моешь? Милиционер, по-моему, часто ходил. Слыхала, что спросил? У него обязанность такая, по дворам ходить.
Шура, оу. Поговорить надо. Ты зачем приезжал-то? Потом поговорим. Надо, чтобы к вечеру высохло. А то ведь у милиции знаешь, какая работа? Один раз проехал на мотоцикле, все уже в пыли. Шура, поговорить надо! Ты чего? Имею право. Так ведь ему завтра ехать надо поступать, да, в институт. А как же он поедет, если вы его задержали? Ведь он же опоздает. Да это не конституционно, товарищ участковый. А вы знаете, что ваш сын может получить 15 суток? Да? За пьяное состояние и сквернословие. Могу вам показать соответствующее заявление бригадира второй бригады. Да это подтасовка фактов. А вы знаете весь этот детектив? Вот именно. Детектив в том и состоит, что этот самый бригадир Пантелеев, да, напоил сам Кольку. Это я тоже, да, могу подтвердить. Напоил, чтобы вы его арестовали, да, и что он опоздал на поступление. Точно, подтасовка. Не хочет он отпускать Кольку из своей бригады, да, потому что Колька лучший механик у него. Подождите, теперь я. Товарищ Буров, растущую урбанизацию милиции не остановишь. Вот как сообщает журнал «За рубежом», процесс идет в мировом масштабе. Какой же ваш сын будущий инженер, если у него отсутствует устойчивость? Да разве от Пантелеевки устоишь? Ладно, идите, ведь я разберусь. Пожалуйста, товарищ участковый, очень вас умоляю, идите, пожалуйста. Я тоже прошу лично. Могу чем-нибудь быть полезным? Не можете. До свидания. Да, но прошу учесть счастье женщины. Вот, пришел к вам. К власти защиту искать. Кто же на вас нападает? Гибнет семья. Разрушается, так сказать, основная ячейка. Требует сохранить ее. От чего же она гибнет? А это вы сами знаете. Мать забыла про детей, про обязанности. Потеряла голову. На глазах у всех любовь крутит. Бить будете? А я муж законный. И так вышло, что может тоже. Каждый ведь по-своему. И что тут делать? Дети ведь мои. Вы не поп, а я не верующий, чтобы перед вами исповедоваться. А все одно. Хочу восстановить. Пришел к вам за помощью. А она? Что она? Она в угаре. Мне сейчас бесполезно. А со мной, думаете, можно? Можно. Потому и пришел. Ваша обязанность оберегать людей, даже их счастье. Имею право обращаться. Нет. А я не уступлю. Это мои дети. Вы это можете понять, чужой вы человек или не можете?
Не советую вам брать на себя такую ответственность. Вы не можете знать, как у нас сложится. Уходите. Задержитесь. Черенко. Я? Выходи. Спасибо, товарищ лейтенант. Освобождайтесь условно. Отсидите после экзаменов или в первые же каникулы. Слушаюсь. Товарищ лейтенант, а как же вы? Я, конечно, не судья, но думаю, год через два. Вернулась. Я у тебя все забрала постирать. Вот полотенце. Пока. Есть. Да? Ну, все равно. Гриша, я стишки сочинила. Я тебе сейчас скажу, только ты, не смотри на меня, ладно? Сияет солнце на небесах, цветут красивые ромашки, поет кукушка там в лесах, а в дом ко мне приходит счастье. Люблю тебя лишь одного, люблю глаза твои родные. Хочу спросить хоть у кого, за что мне эти дни золотые? Приходил твой муж? Да. Я думаю, ну куда это он подался? Нам... надо подождать. Чего подождать? Вообще подождать. И встречаться. А я дал слово. Митьке дал слово. Чего будем ждать? Пока жизнь подскажет. Поняла. Это ты нам вроде испытательного срока вкатил, чтобы одумались. А у меня ты спросил, Гриша. Не имеем права. Здорово, Шур. Здорово.
Здравствуйте, Степан. Шура! Шур! Шура! Ты насчет моего Василия Тихоновича говорила? Насчет Васьки, Шур, а? А, это можно. Это мы запросто. Он где? Около спортплощадки ошивается. Мяч строят ряду. Так двойной удар был. Да, да, да. За привлекание очко снимают. Супруги не имеется. И детки по папке не плачут. Так что, если у кого возникнет бубновый интерес к Василию Тихоновичу, то... Я извиняюсь. Только Василию Тихоновичу как раз время идти в сельсовет расписываться. Что? Граждане, внимание! Я не понял. Сейчас поймешь. Сейчас состоится торжественное бракосочетание. Невеста вся в белом с известным мамбайской сеньором. Ну, кончайте цирк. Ну, гони-ка паспорт. Только держите жениха, а то он сильно прыткий. Без подножек. Пустите вы меня! Вот. Ну вот и все. Все равно было бы недействительно. Конечно, недействительно, Василий Тихонович. Только зря вы так пугались. А и нечего пугаться. Отбита телеграмма. Прошу отпуск. Свой счет. ТЧК Ермолюк. Встала? Нет. Сколько ведер-то? Восемь уже.
Шур, а в прошлом году сколько было? Меньше. О, феномен. Шур, смотри-ка. Феномен природы. Послана телеграмма. Прошу по собственному желанию. Ермолюк. Как же, Шура, дальше жить будем? Шиворот, на выворот все. А, Шура? А так, наверное, и будем жить. Может, все еще ременится. А участковый-то что? Не люблю я тебя, Митя, вот что. Раньше вроде бы любила. Раньше не знала, что не любила. Я ухожу. Сейчас. На детей я посмотрел. Пусть спят. Все. А если я по хозяйству? Ну, просто когда с крестьянского интересу приеду, можно? Имеешь право. Все, пошел. Спасибо. Чего? Спасибо тебе. Да, Виктор, сгоняй завтра в сельхозтехнику. Я созвонился, тебя утром ждут. Ясно. А теперь, значит, во вторую? Во вторую. А то там, похоже, до снега дотянут с кукурузой.
Здрасте. Здравия желаем, товарищ участковый. В связи с приближением отопительного сезона прошу сообщить, в каком состоянии противопожарный инвентарь. В порядке. И песок в порядке, и лопата. Ну, ладно. Нина Лукьяновна, за вашим двором закреплены противопожарные ведра. Хорошо, все есть. И ведра, все имеется, все в порядке. Ну, ладно. Надежда Семеновна. Надежда Семеновна. Здравствуйте, товарищ лейтенант. Прошу, Надежда Семеновна. Я за нее. Вы за нее. В связи с приближением отопительного сезона... Если вы насчет противопожарного инвентаря, то у нее все в порядке. Товарищ лейтенант. Здравствуйте. Здравствуйте. В связи с приближением отопительного сезона прошу сообщить, в каком состоянии противопожарный инвентарь. За вашим двором багры имеются? Багры имеются? Имеются. И ящик с песком. Имеется. Мам, ну чего ты там? Иди скорей. Крыльниченко. Там холодно, вот Сиченко. Ой, мы хатку обмажем. Будет она тепленькая, беленькая. Топчелишенька, топчи.